Здравствуйте, в студии Андрей Симоненко. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. Вначале коротко о сегодняшних темах. Дмитрий Артюхов завершил 5-й честный маршрут. Губернатор Ямала проехал почти 1500 километров от Салехарда до Ноябрьска. В поселке Хар прошли соревнования по бегу на пересеченной местности Северный характер трейл. 10 сентября – единый день голосования. Ямальцы будут выбирать губернатора Тюменской области. Члены участковых избирательных комиссий готовятся к важному событию. С 1 марта ямальцы могут воспользоваться новой социальной мерой поддержки, получить электронный сертификат на покупку товаров для новорожденных. Дмитрий Артюхов завершил 5-й юбилейный честный маршрут. Губернатор Ямала проехал почти 1500 километров от Салехарда до Ноябрьска. В общей сложности за рулем отечественной «Лада X-Ray» он провел 24 часа. Поездка заняла 2 недели, старт маршрута был дан 13 августа. В 6 городах – Надыме, Новом Уренгое, Таркасале, Муравленко, Губкинском и Ноябрьске – традиционно прошли открытые встречи с населением. За время поездки глава региона провел на сцене 11 часов, отвечая на вопросы жителей. Лично на встречи смогли прийти почти 5500 северян. Каждая встреча транслировалась в прямом эфире на странице Дмитрия Артюхова в социальной сети ВКонтакте. Во время трансляции жители в комментариях также присылали свои вопросы. На каждый из них будет дан ответ. По общему числу встреч с жителями юбилейный честный маршрут стал рекордным. В этом году их было 17. Всего за 5 лет глава региона в его рамках провел 51 встречу с жителями. В них приняли участие 15500 человек. Отдельно губернатор встретился с участниками специальной военной операции и их близкими. Время и место были анонсированы заранее, встречи прошли в открытом формате. По итогам общения принято решение по улучшению действующих мер поддержки. Губернатор оценил качество и динамику дорожных работ. В пути между городами Дмитрия Артюхова сопровождали заместитель курирующий строительство и дорожное хозяйство Александр Подорога и руководитель окружного профильного департамента Денис Напольских. В городах их сменяли главы муниципальных образований. В каждом населенном пункте губернатор инспектировал ход работ на крупных объектах строительства жилья, соцобъектов, дорог, благоустройства. За предыдущие 4 честных маршрута Дмитрий Артюхов поставил своей команде 373 задачи, из них 208 уже выполнены. Губернатор сообщил, что 6-й честный маршрут также планируется. Договорились, кстати, в этом году, что, очевидно, в следующем году поедем наоборот, из Ноябрьска, потому что уже к концу поездки все уставшие, а в Ноябрьске хочется начать, прям город заслуживает того, чтобы побольше было энергии у всех, изучить все вопросы, проблемы, которые есть. В обычное время работает в столице, Лабытнанги рядом, Харп рядом. Возможность лично приехать, встретиться с людьми, изучить какие-то проблемы, гораздо это все проще. Поэтому, конечно, акцент именно честного маршрута такой. И так он занимает 2 недели, 2 бессонные недели. Поэтому, если мы еще добавим, наверное, в 3 превратится, уж совсем себя загоним. Но в любом случае, встречи с жителями и Лабытнанги, и Салехарда, они запланированы, они так или иначе происходят. Свою выносливость и силу духа проверили ямальцы 26 и 27 августа. В поселке Харп прошли соревнования по бегу на пересеченной местности Северный характер трейл. Призовой фонд более 315 тысяч рублей. Участие в забеге могли принять как профессиональные спортсмены, так и любители. Репортаж Михаила Наумова. 2 дня более 300 участников. Горная местность с болотами, рвами и крутыми подъемами. Все это преодолели ямальцы за минувшие выходные. Первый день экстремальных игр состоял из командных забегов. Категории профи нужно преодолеть 12, а любителям 6 километров. Сложность составляли суровые условия. Трасса проходила через 2 крутых подъема и 2 участка с горными ручьями. Многие участники бежали сразу в 2 категориях, причем как в первый, так и второй день забега, что в сумме составило 36 километров. Если честно, даже очень удивлен в плане того, что у нас есть такие спортсмены, которые заявились в профи категорию, где бегут 12 километров, и еще хотят пробежать любителей дистанцию 6 километров. То есть это у них будет, грубо говоря, минут 40, чтобы отдохнуть между 2 дистанциями. На 12 километров они выложатся все, я так понимал, и больше ни у кого желания не будет бежать. Но здесь и такие люди есть, которые на 6 километров заявились. В итоге первое место заняла команда из Ярсале. Как говорит Анна Яптик, ее тренировки – это поход в тундру за ягодами. Из-за работы не всегда хватает времени на бег, однако это не помешало команде забрать кубок и сертификат на 90 тысяч рублей. Это, наверное, поддержка команды. Если бы я одна бежала, то, конечно, было бы очень тяжело. А сейчас мы иногда бежали, то поддерживали меня.
Парни с двух сторон, я как бы летела прям. Не бежала, а летела. Ну, хоть были места, конечно, сложные. И иногда были лужи, там болото. Хоть многие старались оббежать участки с водой, но остаться с сухими кроссовками вышло лишь у единиц. Для некоторых, наоборот, горная речка служила приятным бонусом. Освежились и дальше в путь. С подобными сложностями сталкиваются участники ямальского забега. Только им это нужно все проходить пешком, а не на автотранспорте. Как видите, речки, бахота и большие перепады рельефа. На самом деле все круто, все здорово. Очень такая экстремальная, насыщенная трасса. Перепады, высоты, подъемы, камни, болота. Все как надо. Вот северный характер. Спасибо за то, что предоставляют такую возможность нам посещать такие мероприятия. Второй день состоял из состязаний по северной ходьбе и сдачи норматива ГТО «Туристский поход». Также был забег на личное время среди двух категорий спортсменов. Отмечу еще раз, что для многих участников это был уже четвертый трейл за два дня. Как они успевают так быстро восстановить силы? На этот вопрос нам ответила Галина Аджигаева из салихардской команды, которая заняла третье место. Придерживаюсь здорового питания, то есть, ну, оно у меня не на 100% правильно, на процентов 80, давайте, то есть это простые углеводы, все, это правильные закончили, жиры и, конечно же, белковая составляющая рациона. Но и очень важно для восстановления это сон, полноценный сон и такое спокойное эмоциональное состояние. Закрытие фестиваля посетила глава Лабытнанги Марина Трескова и наградила призеров командного забега кубками и денежными сертификатами. Я низко кланяюсь тем, кто от 18 до 53 сохраняет веру в себя и в собственные силы, кто каждый раз доказывает, что человеческий характер, воля к победе, они непоколебимы. Вы являетесь примером для всех, кто любит спорт, кто является приверженцем здорового образа жизни. Вы большие молодцы. Особенно отличились лабытнанские спортсмены. Они не остановились на втором месте в командном забеге и забрали первое место в личном зачете в категории профи среди женщин, а также 4 призовых места в любительском этапе. Следующий этап северного характера пройдет в Салихарде 23 и 24 сентября. Ямальцы проверят свои силы в кроссфите и пройдут полосу препятствий. Михаил Наумов, Сергей Антропов, Николай Снегир, информационное агентство Лабытнанги. До важного политического события, единого дня голосования, остается всего 2 недели. 10 сентября состоятся выборы губернатора Тюменской области. В них примут участие жители самой области, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Члены участковых избирательных комиссий постоянно обучаются, а в преддверии дня голосования актуализируют свои знания. Знать законодательство и четкий порядок процедур голосования обязаны все члены участковых избирательных комиссий. Для этого они постоянно обучаются и обновляют свои знания. Накануне выборов для участников провели еще одно занятие. Оно касалось процедуры подсчета голосов и составления протокола. Все вспомнили не только в теории, но и отработали на практике. Избирательное законодательство, оно всегда меняется, возникают какие-то нюансы, и поэтому всегда необходимо поддерживать знания в актуальном состоянии. Что касается непосредственно дня голосования и окончания голосования, составления протокола об итоге голосования, весь порядок действий, процедура закрепляется законом, и отступать от этой процедуры нельзя. Для контроля за соблюдением всех этих процедур, как правило, на избирательных участках присутствуют наблюдатели. Серьезная подготовка к выборам и у сотрудников полиции. Избирательные участки будут под усиленным контролем. Руководящий состав, значит, будет переведен на усиленный вариант несения службы в этот день. Закреплены за каждым избирательным участком, значит, представители из числа руководства МВД подразделения. В целом, значит, сотрудники полиции организовали тесное взаимодействие с территориальной избирательной комиссией города. Все вопросы, которые возникают, решаем в рабочем порядке. Ну вот, в целом, полиция города готова к обеспечению правопорядка в этот день. Всего в городском округе 18 избирательных участков. Все они в усиленном режиме готовятся принять своих избирателей в единый день голосования 10 сентября.
Карина Щербакова, Григорий Волков, информационное агентство «Обутнанги». С 1 марта ямальцы могут воспользоваться новой социальной мерой поддержки, получить электронный сертификат на покупку товаров для новорожденных. В округе их выдано уже более 600. Его номинал составляет 32 тысячи рублей и положен он тем семьям, которым уже выдавали подарочный набор малышу Ямала. Кроме того, приобрести товары можно не только на маркетплейсе «Озон», но и в некоторых детских магазинах. Молодая семья Марии Седовой – обладатель электронного сертификата. У супругов двое детей. На первого ребенка они при рождении получили набор малышу Ямала, а на второго – денежную выплату. Тоже очень удобно, потому что, например, многие вещи какие-то, вот зимние комбинезоны у меня остались. И поэтому я могу потратить уже на то, что ему не хватает. Там, начиная от подгузников элементарно и заканчивая, если надо будет, детской смесью. Мы решили тратить его на подгузники, это самое главное. Вот. Да, я заказывала уже раза два, наверное, ну, большие упаковки заказала, и все, и они как бы есть. Ну почему бы и нет, просто если у тебя какая-нибудь ситуация жизненная, я считаю, это очень удобно. Потратить сертификат можно на маркетплейсе «Озон», где доступно 78 позиций. К этой мере поддержки присоединяются и ямальские предприниматели. Одним из первых поставщиком стала предприниматель Екатерина Терентьева. Теперь семьи городского округа смогут приобретать детские товары не только онлайн, но и офлайн в магазине «Вундеркинд». Работает он каждый день с 9 до 21.00. Надо пройти определенную процедуру регистрации на сайтах, купить или взять в аренду оборудование и начать продавать, внести определенные позиции. У нас, допустим, из предложенного списка мы выбрали 20 позиций. И когда человек приходит к нам в магазин, говорит, у меня есть сертификат. Сертификат он привязывается автоматически к карте МИР и по карте МИР оплачивает. Все очень легко и просто. В магазине есть возможность купить разные категории товаров. Например, гигиенические принадлежности, погремушки, автокресла, столики для кормления и даже кроватки и коляски. К слову, воспользоваться сертификатом и приобрести продукцию можно не только для новорожденного, но и для старшей сестры или брата. Для того, чтобы получить денежную выплату, нужно подключиться к единой карте жителей Ямала «Морожка», а рождение малыша зарегистрировать в ЗАГСе округа. Если же на момент появления ребенка северяне находились за пределами Ямала, им нужно подать заявление самостоятельно в течение 2 месяцев. Дарья Самородова, Николай Снегир, информационное агентство «Лабытнанги». На этом все. Завершает выпуск прогноз погоды на завтра. Спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства «Лабытнанги».